О, пацаны, был куплен Passat. Тут что-то даже двери не открываются. Вот здесь видали, пацаны, какая жопа вообще. Я вообще не понял, как так? Такой Passat был когда-то. Ну ничего, я вам даю гарантию, что этот Passat вы в скором времени не узнаете. Зачухоморенные все обшивки. Морда вся разбита. Полная замена мотора, потому что в моторе жопа. Вот, пожалуйста, сняли поддон. Опа, и что у нас тут поблескивает? Стружечка. Ну чё, пацаны, меня опять ввели в заблуждение. Короче, все затянулось. Двигатель поменьше. Все, кайф. Следующие, наверное, будут уже изменения по кузову. Мы сейчас поедем обзор снимать Passat красного. Он краситься уже начал. А, короче, Passat вот этот вот, он уже все задохнулся. Потом расскажу, что с ним. И у нас дороги растаяли. Сейчас будем жарить, короче, по ямам. Вообще, пацаны, ситуация какая? Серии все стоят, видосы, потому что нету денег. А нету денег, потому что задержали зарплату. Называется курю бамбук. Хорошо, хоть трюндель не подводит. 700 с лишним уже километров на нем проехал, ни копейки не вложил, слава богу. Вот. По поводу дешевого я же говорил, теперь Лукойл решил залить. Сначала хотел, думал, может, матюль для прикола залить. Потом решил, короче, залить Лукойл. Но еще не заливал, как зарплату получу. А еще хочу попробовать найти 80-й бензин и залить 80-го. Он, короче, дешевле. Нормально прям. На, ну, 50 тенге где-то. И сделать из Жигуля, как и обещал, самую дешевую машину в обслуге. Но укачивать все равно не буду. Если будет что-то дешево не работать, буду ставить хорошее. Семушка ездит, стоит. По будням, по выходным ездит. Трюндель каждый день гоняет. Passat у хозяина тоже. Сейчас работает напряженка. И вот Passat, короче, троит, пердит что-то. Свечи, возможно, еще что-то. Сейчас загоняется в гараж. И в дальнейшем будет смотреться, что не так с Passat. I don't trust people or fish. Each appears to be delicious, to be what you wish. You never know what's tainted or keeping you sick until it's way too late to cease and desist. Чё, пацаны, всем привет. Как и обещал, короче. Правда, сегодня без микрофона, забыл дома. У нас неожиданные съемки. Вот, Passat подготавливается к покраске. Меня чуть перепахали, я своими неумелыми руками здесь что-то пытаюсь заклеить. Вот. Двигатель поменен, как вы уже видели в прошлой серии. После этого плавали обороты. Ну, короче, подкапотка. Проделано много работы. Там стартер сделали. Тоже на видео видно было, как он откурил. Моник там почистили, все проверили. Процессора меняли, смотрели. Короче, процессор проверили.
В итоге что-то было, мастер не сказал что, сделали, машина работает идеально. Мотор хороший, тянет, подкапотка, короче, уже сделана. Сейчас, вот, как видите, машина готовится к покраске, да, и сейчас начнутся вот эти комментарии, вот эти покраска в боксе, не в камере, туда-сюда. Жарко очень, вообще вот, разделись, все течет. Вот, машина будет краситься обе стороны, только не будет краситься крыша и капот с крышкой багажника. Короче, по поводу того, всем тем, кто сейчас начнет писать, что так не красят, и вот вообще это все по-бомжатскому у вас, и так далее, и тому подобное. Просто, вы думаете, вы, которые платите там 200, там, 250, 300 тысяч за покраску, ну, именно в нашем городе, например, вы думаете, у вас там используется там профессиональное оборудование, что ли, или они красят как-то по-другому? Красят точно так же. Поэтому тема, если у кого будут вопросы по поводу того, как машина покрашена, и будет интересно, можете... Если она еще в том времени не продастся, она продастся, наверное, сразу. Можете приехать просто и посмотреть, как она будет покрашена. Она будет покрашена однозначно не хуже, чем на каком-либо сервисе. Вот. Мастер, короче, ходит, он сейчас будет угорать, как я там заклеиваю. Я просто мастер заклейки подготовки покраски машины. Машины к покраске, вернее, делаю это первый раз вообще, короче. Что здесь поделалось? Полностью, да, все сколы, зайчики, все убралось на бока. Все резинки, все снято, ну, вот, ножики, там, ручки, все снято, все резинки проклеены. Я вам могу больше сказать, даже не на всех сервисах, просто проклеивают вот эти резинку внутрянки. Вам задуют прямо вот так, чтобы потом будете ходить с растворителем и оттирать это реально самостоятельно за те деньги, которые вы платите. Ну и так, немного рекламы данному автосервису, хотя он... Только для себя красить, не для кого-то. Итак, дальнейшее сейчас этой машины. То есть подкапотка уже готова, как я сказал. Сейчас красится, полируется. Снимается все в салоне, химчистится, моется. И ходай. И все, и машина готова. Можете уже выстраиваться в очередь, кто хочет ее купить, приехать, посмотреть. Качество покраски. Вот даже, видите, даже просто фары сняли, все проклеили, все резиночки, все, даже горловину, это ни в одном сервисе вам так не будет сделано. Вот, зайчики, как уже говорил, все выровнено, все сделано. Так что вот так вот, приступаем. Старые запчасти, все, видите, что было поменено. Капот, усилитель от бампера, телевизор. Вот эти крылья, бампер, все, что было заменено. Мастер сказал, заклеил, ты, говорит, неплохо, говорит, машину подготовил. Чуть-чуть помог, подготовил, как бы. Ну, не на пятерочку, конечно, 4, говорит, с плюсом, так и быть. Доверю тебе, говорит, зачистить вот этот вот лючок, который был на подборе краски. Так что я почти уже могу свой сервис открывать по покраске автомобиля. Я уже... Подготовить могу, зачистить могу. Сейчас вот красить еще научусь. Там вот идет процесс смешивания всех нужных компонентов. Давайте уже побольше там подписывайтесь, ставьте лайки, там, распространяйте. Уже зарплату, как видите, не платят, надо зарабатывать, наверное, только начинать. Уже пацаны, вот реально в боксе так жарко, что вот вообще с меня бежит, короче. Я бы знал, я в шортах приехал. Пацаны уже снимать за бесплатно не хотят, вот еле-еле на коленях умолял, говорю, ну поехали, хоть камеру подержи, говорю. Вот, так что давайте там лайки, подписки, на Drive2.ru заходите, там все странички обновлены, вся информация там есть. Очень много интересного впереди, я говорю, как только появятся деньги, подготовим BMW к лету, поставим здесь сочки, покрасим. Все будет, конечно, не сильно дорого сделано, но главное, чтобы красиво же. На стиле, как Гривазов говорил, китайские воссаны 20-е, но зато они воссаны же, хоть и китайские, так и здесь.
I don't trust people or fish. Each appears to be delicious, to be what you wish. You never know what's tainted or keeping you sick, until it's way too late to cease and desist. Do they even exist? Love and empathy, what is sympathy when they classify you as an enemy? And what's a friend to he who's rejected by the system, selected as a victim by these wretched politicians who claim. Ну чё, ребятушки, температура вообще здесь прям банька. Ну как положено, короче. Я, короче, устал тереть. Теперь надо же оператору чуть поучиться, да, чтобы нормально камеру держать. Руку, чтобы набил, так сказать. Вот. Тут у нас реклама еще мелькает автосервиса. Ну, в общем и целом, короче, все, кто, я говорю, там что-то будет писать, там туда-сюда, плохо покрашено. Короче, смотреть надо результат. Но я думаю, будет покрашено не хуже, чем на каких-либо автосервисах непонятных и так далее. Там ту сторону я уже проклеил, все готово. Баллоны все закрыты. Ну все, короче, кайф. Машина обезжиривается. Полы, пыли нет, пыль убрана. I don't trust people or fish. Each appears to be delicious, to be what you wish. You never know what's tainted or keeping you sick, until it's way too late to cease and desist. Do they even exist? Love and empathy, what is sympathy when they classify you as an enemy? And what's a friend to he who's rejected by the system, selected as a victim by these wretched politicians who claim that they'll serve and protect. When they get in office, only seem to hurt and neglect. Another war declared, now millions have died, looking for destructive weapons that they never will find. That's just an excuse to go straight for the oil. Democracy's the cover so the plan doesn't get foiled. They toil, now they're trying to reap the rewards of cleaning the boards, getting rich by deceiving the poor. Where's our clean water while the government gets raises? We protest as flagrants, they beat us and tase us, putting pipelines in the land of the natives. Gave us crack in the 80s and claim they don't hate us. Then where's the funding for our schools? They must think that we are fools. No consequences for you when you break the rules. You killed a man and got a paid vacation. The gunshots were blatant, so was the strangulation. Like Eric Gardner, we've been saying we can't breathe for years, but you close your eyes so you can't see the tears that we shed. You tell us it's our fault, as if we made the system that's got us caught. We're drowning, and the only thing that we wish is to breathe. The right to freely exist, but you keep telling me that's life, I need to persist. That's the reason that I don't trust people or fish. Итак, пацаны, короче, жарко нереально. Краска кайф, цвет кайф, свежак просто. Volkswagen завод. Вот. Одна проблема. Настолько жарко в этом гараже никогда не было. Потолок просто потек. Хозяин хотел этого гаража сюда сделать натяжные потолки. Ну, при такой температуре, я думаю, вполне могли, да? Могли натяжные поползти? Не знаю, могли или не могли, не проверяли. От краски чипит глаза. Первый раз, на самом деле, нахожусь на покраске авто. И я говорю, опять сейчас начнется, что все непрофессионально. Я говорю, ну, пофиг, пацаны, приезжайте, смотрите. Пол машины покрашено, покрашено, кайф, цвет вообще, во, огонь. Оператор заебался. Оператор, я говорю, я же вам рассказывал, уже бабки надо ему платить, он за бесплатно не хочет снимать. Хоть у него и кривые руки пока не для оператора, но тем не менее. Но он снял мне 5 минут и все. А дальше его задача заключается в оттирании лючка, короче, чтобы подготовить покраски лючок, прикиньте. Вот, очки уже лежат. Кайф, короче, сейчас будет краситься вторая сторона.
Hello everyone, my name is Devon Terrell, the Living Weirdo, and today I'll be singing you a song. I really hope you like it. Here we go. Baby girl, you're so divine, no. I'm on you front to back so much that might be wine, bro. You really got it, like really got it, it really shows. Anytime anybody talking shit, be like, what are those? Be yourself and watch everybody around you follow. Ain't messing with no amateurs, keep them at the Apollo. I see you on a high, but we keeping it on a low, though. See him talking stupid, think Donald Trump talking Mexico. This ain't what you wanted, though. Tuning in like waiting knows. We will always keep it real, like Kanye had an interview. And I would never know what it feels to be like, yo. I'm like, yeah, she's fine. Wonder when she'll be mine. Walk past that, press rewind. See that ass one more time. And I got this soul up the... Ученик мастера. Вот так вот. На второй раз прокрашивается сторона. Вторая. И вот такие вот истории. I'm on you front to back so much that might be wine, bro. You really got it, like really got it, it really shows. Anytime anybody talking shit, be like, what are those? Be yourself and watch everybody around you follow. Ain't messing with no amateurs, keep them at the Apollo. I see you on a high, but we keeping it on a low, though. See him talking stupid, think Donald Trump talking Mexico. This ain't what you wanted, though. Tuning in like waiting knows. We will always keep it real, like Kanye had an interview. And I would never know what it feels to be like, yo. I'm like, yeah, she's fine. По итогу, чё? По итогу краска, короче, прям цвет. Я опять пытаюсь открыть эту дверь. Вот. Как видите, вообще огонь. Всё, полировка. И дальше салон. Ставьте лайки, подписывайтесь. И следите, что будет в конце. Кому нужен посад, Караганде, звоните. Ну, только не в Караганде, можете по Казахстану. Звоните, приезжайте, смотрите, покупайте. Всем спасибо, всем пока. Спасибо Даниле, что позвал нас сегодня на это величайшее событие. За закрытыми дверями нас пустили за кулисы. One know it shall be mine. Walk past that, press rewind. See that ass one more time. And I got this soul up. The vaults are up, they know us. I'm a young guy. Шахтер.